Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, друзья! Сегодня стало известно, что камеру GoPro Hero 5 оснащают GPS-модулем. Судя по всему, компания GoPro серьезно намерена взять будущее популярной линейки камеры Hero с летающими дронами и виртуальной реальностью. В FCC появились документы, раскрывающие наличие в новой камере встроенного модуля для глобального геопозиционирования. Это важная часть, необходима для постоянного трекинга камеры и устройства, на которой она установлена, а также для нанесения на фото и видео геометок. Этот же документ намекает на то, что корпус камеры будет тоньше и легче. Ранее в сети появилось видео, демонстрирующее интерфейс камеры и возможность управления ею с помощью жестов. Впервые за долгое время основная модель камеры будет оснащена сенсорным экраном. Круто, совершенствуется GoPro, это, конечно, классно. А также, если вам понравилась эта новость, очень быстрая новость, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока!